В Нерюнгри состоялся дальневосточный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Запорожского. На соревнования съехались спортсмены со всей республики, Дальнего Востока и Монголии. Из столицы Южной Якутии передает наш корреспондент Виктория Харитонова. Делегация из Монголии представила свою команду в количестве 22 участников. В этом году турнир проходил среди юношей и девушек 2000 года рождения. Мы очень часто сюда приезжаем. Наши мальчики здесь учатся бороться, набирают опыта, тренеры обмениваются опытом своим коллегам. Так что турнир – это самый удачный турнир, я считаю, среди школьников. Несмотря на юный возраст, уровень подготовки участников позволил показать качественную борьбу, что говорит о хороших перспективах развития вольной борьбы в республике. Есть хорошие спортсмены с Чарыпчи, с Нерюнгри. С Монголии тоже хорошие ребята есть, спортсмены, которые участвуют в Дети Азии. Более 60 нерюнгринских спортсменов вышли на ковер, чтобы побороться за медали. Соперники из школы Олимпийского резерва города Якутск в ходе схваток составили сильную конкуренцию. Но так или иначе, в скором времени у всех спортсменов появится шанс вновь встретиться в поединке. На протяжении нескольких лет организаторами данного турнира являются друзья и земляки известного тренера и спортсмена Андрея Запорожского. Главным инициатором соревнований стал мастер спорта Республики Саха-Якутия по хапсагаю и вольной борьбе Дмитрий Тарабукин. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.